добрый! На связи МК Баски! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Europa Universalis 4. И это у нас уже с вами шестая часть прохождения за мощную, сильную, великую руль Британию. Ну, конечно, за Англию, пока что еще за Англию, может быть, в ближайшее время уже будет и не Англия, скоро будет и Великобритания, The Great Britain. Ну и ничего, время все покажет. Блин, тут... Блин, серьезно? Я что-то как-то, конечно, посмотрю, но что-то прям ни хрена себе Австрия дошла до сюда. И Далматию, Драгуза. Венгрию кушает Польша. Даже веселые события происходят. Ну ладно, у нас сейчас не менее веселые события. А, ну, кстати, в порядке бреда, кстати, пока она воюет. Да, нет? Не хочешь отдавать? Надо попробовать, может, кто-нибудь ее отдаст. Да, потому что Корсику можно на шару получить, согласитесь. Так, что там у нас с колонизацией? Сейчас, пока пару моментов. А, ну, да, идет процесс. Процесс идет. Ё-моё. Это искренял... А, это мы коррупцию добиваем, было дело, да? Я думаю, а кстати, что бы нам... А, у нас перемирие. Еще 10 лет будет действовать. Так, ладно, давайте, да, вас сюда. А, ну все правильно, я поставил. Это в прошлой части голова. Тогда была никакой. Савой из коалиции свалила, здорово. А, кстати, раз Савой свалила, может быть, теперь отдадите. Да, отдадите, серьезно. Окей, я забираю. Да, мы получили Корсику на халяву 2-3-2, 7 снасти. На всякий случай убедиться, что она из Империи уже, да... Кстати, Далматию добавил в Империю Австрия. Нормально. Только как-то странно, только Далматию добавил, а вот эти две земли добавлять не стало. А, ну потому что, наверное, не национализировано, да-да-да. Так добавят. Ну, блин, Австрия меня, конечно, удивляет. Венгрию попинала как следует. Ну, так и не заунила, нет, конечно же. Ну, ладно, это не наши проблемы. Но сейчас проблем хватает тут других. Вообще, довольно соблазнительно Шотландию допинать, но у нас перемирие. Вас присоединять мы сможем после унии только, а уния только в 14 году. Кстати, навел... Да ладно. Я сейчас паузу поставлю, посмотреть, громко это на видео или нет. Да, несколько заметно, громковатенько. Блин, сосед, мудозвон, начинает... Я пишу видео ночью, ну как, вечером, почти что ночью. Не, в последнее время только так получается писать. И он в это время еще умудряется сверлить. Ну, нормальные фокусы, да? Ладно, наверное, давайте так поступим. Если он успокоится, то все хорошо, мы продолжаем. Я сейчас пока подождал, пока он соткнулся, вроде не шумел. Если будет сверлить, я буду делать паузу. Может быть, их будет очень много. Но я просто не хочу вам слух насиловать. Вы видите, что мы еще тут не подтасовываем. ВМ. Да ёп. Ну мне дадут поработать сегодня или нет? Сейчас, Или подождите, все, заткнулся он. Я не понимаю, каким надо быть мудозвоном, чтобы в такое время сверлить что-то. Ну ладно, люди, вы знаете, не те еще клоуны. Так, содержание армии, что будем делать? Коррупции сколько там у нас? 0,28, скоро добьется. Мы еще так удачно Корсику взяли. Так... Потому что я и так устал, что у меня сил ни на что нет. Вот хоть я с вами, мои дорогие друзья, Викторию все уже. В Европу запилить несколько видюшек. Но не дают этого спокойно сделать. Пауза была, если кто не понял. Потому что, ну блин, это тоже такое удовольствие себе. Туда-сюда тыкать видео паузами. Это не то. Че, Польша? Пшеч берет Сиен? Ё-моё. Пшеч кинула Литву и стала от этого только сильнее, как ни странно, да? Ну как сильнее? По территориям отожралось неплохо. В частности, ну да. Пруссию схавали, от Пруссии ничего не осталось, Тевтонского ордена. Ну ладно. Замахала, честное слово, была пауза, как вы понимаете. Это капец. Я бы... К сожалению, с этой тварью редко вижусь. Так бы я ему бы это сверлов запихал бы в одно место и как-то это прокрутил. Сахар производить начали. Здорово, хороший товар. Сахар.
Я потом замахаюсь все это склеивать в единое видео, ну честное слово. Ну потому что у меня нет возможности и времени по 100 раз все перезаписывать. У меня и так, сами понимаете, сколько времени на все это уходит. В том плане, что если я сейчас возьму, уйду куда-то, то у меня будут какие-то дела другие, и я потом эту часть не запишу. Нет возможности ждать, пока он перестанет сверлить. Приходится в надежде на то, что это был, ну, последний сверлок. Вроде пауза была большая, ну, как бы на видео там, у вас даже и паузы нет, там все будет слитно идти. На деле тут минут 10 я посидел, поразмышлял. Кстати говоря, тут планы довольно интересные вырисовываются. По миссиям, по прочему, ну да. Так, вот эти гады меня, конечно, напрягают. Что там по экономике? 332. Коррупцию уже побили, да. Это на содержание армии уходит. А в принципе, а нужно нам содержание армии? Флота нам точно содержание не нужно, кстати. Содержание армии. Ну, в принципе, на содержание армии нам тоже не нужно. Я на минимум, чтобы хоть какие-то потери. Потому что если тут восстания будут, ну, в принципе, они должны быть. Но если будут, чтобы мы оперативно среагировали на все это. Крепости нигде не включены у нас. Две крепости работают, выключить нахрен. А подождите, где восстание намечается? Несерьезно. Две крепости были, наверное, тут где-нибудь, да? Угу. А вторая... А где-то еще одна была. Ну ладно. Может, в Авиньоне? Может, ну блин, мы Корсику взяли. Я до сих пор угораю, что нам Генуя позволила это сделать. Ну слушайте, ну это правда очень здорово. Османы. Что происходит? То поляки Сиену берут, то османы Геную. Да, тут веселые события, похоже. А, ну понятно. Я не удивлен. Вы что, берете их или у вас проход? Проход. Весело там в Европе у вас. Весело. Не то, что у нас тут на островах. Все, взяли эту крепость. Повыключите ее нахрен. Так, ну на что, тачки копим? Ну так. В процессе. А, колонист. Да, колониста нам надо еще одного взять. Это будет плюс. Угу. Будем надеяться, что тут никакая сволочь не поднимет восстание. Нам оно не надо. Надо подарить ему сверло завалин. Ну, погрубее, можно сказать, было, но я решил этого не делать. Но потихоньку колони... Так, а тут у нас... А, вот сейчас будет. Ну что, сахар или хлопок? Давайте. Сахар, хлопок, кофе, табак. Только не рыбу или не снасти. Сейчас узнаем. Сахар. Круто. Два сахара. Ну... Все, заткнулся. Сейчас он какими-то этими короткими. Просто поймите, мои друзья, переживаю за вас, за ваш слух, чтобы вам это все по ушам не било. Потому что наверняка потом вы придете и будете это смотреть в каком-нибудь таком расслабленном, тоже может быть после тяжелого рабочего дня состоянии, лишь бы отдохнуть, посмотреть, а не слушать, как кто-то подсверливает. Ну, я говорю, бывают мудаки редкостные, вот я слово это употреблю, чудак на букву М. Время почти 11 часов, он, скотина, сверлит вечера. У меня слов нет никаких. Бургундия. А, ну... Я бы с удовольствием, но... Кстати, а где у вас дипломаты? Улучшает с Армондом отношения. На Францию вы что-то забили. Улучшайте отношения. А, хотел вам про англицизм рассказать. Кстати. С Арагоном стекло перемирие. Отдашь? Ну, попытаться стоило. Этот... вот эти фрейра меня бесят. Еще и в Галисии. Че он по нашим землям ходит? Мне это вообще не нравится. Ешь. А, до успехов. Вот Лотаринги. Да ладно, бывает. Че? Блин. Сбиваю с хода мысли. Все это события происходящие не очень. Что-то я хотел сказать. Что-то, наверное, позмущаться насчет сверления, что-то я хотел сказать. Ну ладно, не суть. Арагон. Я не удивлен, Арагон. Гранату он санализировал. Да, Арагон в коалиции. Арагон в коалиции. Ну и чё? Как-то коалиция мне не нравится, чё-то. А если она выстрелит? Не думаю, что решатся. Ну хотя могут. Могут, ну не знаю, решаться. Кстати, а чё, он Неаполь присоединил уже так быстро? Блин, вот это не круто.
Нам какого-нибудь союзника бы сильного. Кто за нас топить будет? Кто за нас топить будет? Швеция, давай дам тебе незалежность. Не хочешь, лояльное отношение. Бургундия. И сейчас как война коалиции. Хренак. И мы такие все, окей, здорово. Не знаю. Ну да, союз с Австрией, в принципе, его никто не отменял. Не думаю, что полезут. А, посмотрим. Полезут, дадим отпор. Но воевать с ним у меня никакого желания уж точно нет. Так куда он с бабло постоянно уходит? Я не хочу на коррупцию. Так, а, так, стоп. Сейчас пройдет. Скорее, коррупция уменьшится. Пока терпим. Так. Еще и эпоха открытия у нас, кстати, скоро заткнется. Через 5 месяцев. Угу. Что взять бы? Ну, хоть что-то. Хотя я не думаю, что это будет актуально в течение 5 месяцев. Блин, реформация что-то быстро наступила. Не то, чтобы я против. Ну, в какой-то степени... Нет, ну... Ну, в какой-то степени это хорошо. В какой-то степени я подразумеваю то, что Португалия лишит своего бонуса. Блин, ну он что, охренел? Это вообще не наш сепар. Почему я должен подавлять его? Ну, подавлять его, к счастью, не придется. Просто пройтись. Поосвобождать земли. Если это временно. Замахали. Чё один негатив? У меня и так очков нет. Они нам нужны вообще-то. Вообще-то да. Вот почему он должен ходить по этим землям? А, в займ залезли еще один. У нас и так много займов, мы не потянем. Ну ладно, сейчас говорю, национализация пройдет, будет попроще. Подешевее, так сказать. Угу. Так. Ну сейчас пока в любом случае воевать у нас нет возможности. Да, в принципе, ну а с кем? С Бургундией только. Пока будем ждать, пока, во-первых, коалиция... А, ну Португалию добивать. Да, Португалию я бы добил бы. Но они, к счастью, никуда вроде не лезут. В колониальном плане у них денег нет. А мы последние спускаем на колониальные авантюры. А, насчет англицизма. Вот что я хотел вам рассказать, когда подумал, что про этого додика. Англицизм. Посмотрел в коде. Через 15 лет после появления протестантизма... Maintain to happen 10 лет, выскочит событие на конвертацию в англицизм. Так что тупо ждать там. Ничего страшного. Ну да, эпоха реформации началась. Весело сейчас будет. Пока не имеет смысла. Потом, когда англицизм появится, мы это примем. А пока смысла нет, еще раз говорю. Ну что там? Давайте. Постепенно, постепенно. Ух ты, круто. И число рекрутов увеличится. На самом деле плохо то, что в эпоху открытия быстро прошла. Там было на плюс один каждого вида развития. Это событие убрано теперь. Ну, ладно. Зато... провели. Так, исследовать как хотите. Давайте. Будем надеяться, что они не выстрелят. Итак, лом. Подавлять их. Так. Голова не валит. Что, проиграли вы си... Как вы могли себя проиграть? Что за двойная подстава? Это какой-то заговор. Но, к счастью, они не выстрелят. Хоть какой-то плюс. Блин, что за подстава? Не, ну это правда подстава. Хотя бы прибазировать. Не, ну чё, правда, что за подстава? Охренеть. Да ё-моё. Да ё-моё. Угу. Не, самая логика тоже игры. Вот здесь вот нормальное пространство, мы нажимаем, попадаем на него. Вот здесь вот где-то дернул еле-еле, мы попадаем на остров. Чё за логика? Ну, опять же, это парадоксы. Как я говорил, можно долго смотреть... Мы чё, не приняли закон? Это в баню. Военная традиция.
Можно вечно смотреть на три вещи. Первое, как течет огонь. Второе, как горит вода. И третье, искать логику в играх от парадоксов. Да, игры от парадоксов такие парадоксальные. Ну, знаете, эти шуточки за 100, да? С игрой слов. Угу. Типа того. Так, ну что, ладно, прогресс идет, прогресс идет, а прогресс не остановить. И это на самом деле очень хорошо. Потихонечку мы вышли в плюс. Это уже хорошо. Угу. Сейчас эти национализации да пройдут. Еще выше поднимемся в плюс. Автономию быстрее бы замутить. Ну да, потихонечку процесс идет. Не без этого. Чуть-чуть осталось. А потом будет повеселее. В Атлантике исследовали, молодцы. Плавайте, исследуйте. Нормально уже сюда можем. Не достанем, скорее всего. Хотя земля хорошая. Кейп. Кстати, наверное, золото есть вероятность, да? Да, золото, самоцветы. Будем надеяться. Рабы тоже неплохо. Винишка, ну так себе. Ну хотя тоже неплохо. Рыба, домашний скот, зерно, шерсть, это все фигня. Снасти фигня. А вот рабы и ниже это нормально все. Ну да. Шут. Ха. Шутники. Азаза. Ха-ха. Смешно. Шутят, наверное, много. Практикуются, тренируются. Лично корсику национализировали. Не, ну блин, геной, но в принципе что, неплохо, не придется с ним воевать. Конечно, надо сейчас бы в ближайшем времени осадить Арагон. А то что-то Арагон себе дофига много позволяет. Ну да, Арагон какой-то претендентного соединения Испании под своим контролем. Нормальная экономика поперла. Сейчас еще сильнее пойдет. Они могут выстрелить, но 1% из 100. 2%. Бан. Когда мы сможем только? В 2014 году. Просто я сейчас за что переживаю? У нас может выскочить событие на протестантизм, на англицизм, который мы, ну, просто обязаны принять. Мы его примем в любом случае, как я уже сказал. Тем более это выгодно. Сразу, конечно, выгода не очень, может быть, почувствуется. Скорее, точнее, негатив почувствуется. Но потом выгода очевидна от этого шага. А вы знаете, что все вот эти деноминации тут, католическо-производные, скажем так, они считают друг друга соседними толерантными еретиками. Не толерантными еретиками, но 40 к отношениям, как вы помните, про сбор механики. А это что значит? А правильно, мои друзья, это значит, что у нас отношения с Францией очень сильно ухудшатся. Ну и с Армондом. У нас сейчас в первую очередь Франция должна волновать. Отделиться она не отделится, но присоединить ее время потратим еще. Да, так что, не знаю, остается только ждать, как дела. Ну давайте, чуть-чуть же осталось. Чего же, инновацию? А, да-да-да, колонист одного. Конечно, еще одного колониста получили. Так, подсчет. Раз, два, три, четыре, последний, пятый островок тут надо. Мартиник будет, 4, 5, 1, 10. Надо только послежать повнимательнее, а то можем улечься. Да, и колониальную автономию замутим. Угу. И на Карибах пока можем паузу поставить. Пока. Угу. Альмерия. Генерал какой-то умер. А, бывает. Ну, вообще-то... Блин. Ну, а с другой стороны, у нас, я смотрю, военные очки девать некуда. Лучше идите сюда. Так, а мы тупо будем какие-то суммы все. Ладно, отправимся. Да, потихонечку исследуем. Это уж точно от этого не будет минусом. Практически исследование торговли. Ай. Торговля — это экономика. Еретики — это религия. Каким боком, блин? Не, ну конечно, протестантизм, протестантская этика и дух, да-да-да-да-да-да-да, протестантизма, там Макс Вебер сидела, бла-бла-бла, но это несколько иное все-таки. Блин, а какой год в игре, когда был Макс Вебер, когда была протестантская этика, ну ёлы-палы,
И какой год в игре? Что значит протестантистский еретический исследование торговли? Ну тут события порой, ну так тупо прописано, ну ёлопал. Нет, ну как, логика понятна разработчикам, ну блин, как-то уж слишком белой нитью все это шито. Вообще беспалевно так. Значит, Арагон нам земли не отдаст. У нас с вами перемирие, и с вами у нас перемирие, конечно же. Фес, может, Гова салится, не? Да ладно. Ну ладно, как хочешь. Я настаивать не буду. Ну, экономика потихоньку у нас... Потихоньку в плюс мы идем, потихоньку. Флот можно даже законсервировать, хотя это плохая идея на самом деле. Админ очки, что там у нас? Надо кос принять, это будет выгода для нас. Сент-Винсент. Ага, там есть люди. Молодцы. Блин, уже пора бы его заселить, не? 6 человек осталось. Давайте. Да, Сент-Винсент наш. Мы получили с вами провинцию Сент-Винсент. 4-5-1. 4-5-2, 11 сахар. Здорово. Угу. Колонист освободился. Угу. Вас надо подвинуть. Хотя это опасно. Но теперь нам надо... Тут уже 5 этих, да? Надо вторую автономию делать. Давайте 13 колоний мутить. Начнем, наверное, с Манхэттена. Нью-Йорк будет называться, когда мы колонизировать будем. Удонский стой, плюс 10, 2, 2, 1, 5. Ну, блин, она какая-то жесткая. Ну, с другой стороны... Стой. Командир обязательно какого-нибудь. Будем вторую автономию делать. Главное сейчас формировать автономии. Потому что они сами будут колонизировать, это раз. Второе, если мы успеем это еще, когда у Англии религия католицизм, то это второй плюс. Тем более тут осталось не так уж много. Сюда можем отправить. Но это так, для себя, конечно. Так. Османы. Сосманы. Будем надеяться, что все получится. И сейчас как хренак нас. Ну да. Нет. На удивление нет. Долго ждать. 3-4 дня. Лучше назад отправить. Угу. Так. Стоп, эпоха рассвета. В какой парень? Нортумберленд. Ну, конечно, админ. Угу. Хорошая новость. Мартиника. 3000, ни хрена себе. По-моему, мы слили ее, да? Срочно. Что, так мало? Так, срочно. Если успеем. Что мы там можем? Военную технологию. Собержение 70 лет. А, ладно, все, мы девать некуда очки. Зато инновационность из плюс. Ой, как не вовремя, наверное. Так, погодите. Не успеем, да? Оу, пронесло! Пронесло, мы рисковали. Давайте умеренный стиль. Фух! Вашу дивизию. Мы правда рисковали. А что его? Пушки. Угу. Ё-моё! Все, успокоились. Блин, это было реально жестко. Надо хотя бы один займ подавить, выплатить. Кстати, Нсонс почти десятка. Манхэттен, давайте, он будет называться Нью-Йорк. Угу. Ну да. Столицу надо обязательно, Ханой. Вашингтон. Массачусетс, хорошая земля. Кстати, может быть, лучше бы с него надо было начать. На самом деле, Манхэттен я выбрал по одной простой причине. Может быть, вы догадываетесь. Есть миссия у нас. Довольно неявная. Монополия в Ла-Манш. Одно из условий — это Делавер Бэй. Кстати, мы уже его контролем. И второе — это Костов Голланд.
Кстати, у нас же дипломат свободный есть. Пока Брабант не шибко сильно. Давайте-ка создадим претензию. Зеландия нам не помешала бы здесь. Надо торговое влияние получить. Угу. Чтобы выполнить миссию. Так. Ну, пока воевать я смысла не вижу. Как я сказал уже. Сейчас нам надо экономику установить. Во-вторых, нам и не с кем особо. Коалиция, тем более, на носу. Когда коалиция воевать... Она еще может выстрелить потенциально. Но она не выстрелит. Арагон, кстати, свалил. Круто. Только открыл карту колесо, но Арагон сваливает. Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Угу. Ну что, колонизируем? Да, уже колонизируем. Да, Нью-Йорк! Большое яблоко, все дела. Молодец, молодец. Что-то мне не нравится. Как-то, смотри, что-то у них реформы быстро пошли. Что-то какой-то быстрый темп в игре. Угу. Давайте, осталось чуть-чуть. Новое поселение. Мартиник. Да, конечно. База налог плюс. 5-5-1. Ну да. Это выгоднее в долгосрочной перспективе, чем престиж, который можно потерять только ровно же 10 единиц за какое-нибудь абсолютно бредовое событие. Так что тут, конечно, правильный вариант такой. Так, экономика что-то меня, правда, не радует. Кстати, мы вас уже доили. На четвертом. Бабло, 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 бабло. В 13-м. Угу. Миссара папе. А, ну мы же еще пока играем за... Да, монополию можно меркантилизм апнуть. Чуть-чуть экономику это нам оздоровит. Почему-то пошло в другую сторону. Это не из-за этого. Совпало просто. Ну да, ну да, совпало, совпало. Ладно, 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 ладно. Миштейки. Кичи. Кокомы. Сапотейки. Тотонаки. Ничего. Вас мы завоюем. Просто пока не хочу предпринимать какую-то кампанию в новом свете. Я хочу все долги погасить. Экономику вылечить. Она больная у нас. Ну и не только. Больная. Брабант, кстати, да. Вот Зеландия, если бы он нам отдаст, это было бы очень круто. Угу. Ну, вряд ли он нам ее отдаст, но попытаться стоит. По крайней мере, мы ничего не теряем, если попытаемся. А потом, может, в какой-нибудь войне с ними окажемся. И это правительство схаваем. Кстати, 14-й год скоро. Что у нас событие на английском из него выскакивает? Оно должно выскочить. И оно выскочит. Ладно, ничего. А, кстати, мы внедрили колониализм, то что и... А, нет, ну конечно. Блин, вообще-то надо было. У нас он зародился. Хм. Ну ладно, ждать будем. Что еще поделаешь? Давай. Ну чуть-чуть осталось. Так, идею можем принять. Не-не-не, нам надо админ. Угу. Свежалку армии чуть порезать. Сколько там самый дешевый? 395, ё-моё. Чё-то по мне, что-то мне подскажет, что мы хрен расплатимся. Но монету портить я не хочу, кондотиров мы давать не будем. Мы пока себе это не можем позволить. Угу. Подождите, в порядке бреда, а, понятно. Хотел проверить. Сейчас автономию замутим, будет попроще несколько. Так, тут что у нас? Мешка. Табак и железо.
самое выгодное. Остальное лажа, полная флажа. Так. Так. С вами надо до какого перемирия? До 16-го. Ньюак. Вы же справитесь. А, ну хотя бы так. Хотя бы так, потому что у них не полный стек. Пронесло. Могли потерять колонию. Вообще довольно опасная практика. Обычно вот я как делаю, я вам советую на будущее, если вдруг будете играть, не только смотреть. Вам я рекомендовал бы ставить вот эту политику, если у вас нет возможности следить за каждой колонией. Восстание минимально. Просто так быстрее происходит. Плюс 20% этих колонистов. Ну да, шанс заселения колонии. Кстати, почти сотка. О, десятка. Экономия 1% очков во всех действиях. Ну, тоже неплохо. Льеш из коалиции свалил, хорошую новость. Вот Оринге. Все, коалиция гавкнулась. Бургундия осталась. Ну и Бургундия. У него выбора нет. Ну все, коалиция разрушена. Брабант. Ну что, отдашь эту земельку? Чуть-чуть осталось. Мартиник. Замахали. Угу. Так. Ну, попытаться стоит. Если отдаст, это будет очень круто. 100 колонистов. А, все, заколонизировали. Так. Сейчас сразу Зеландию. Все, отозвать. Это мы вот эту провинцию заколонизировали, да. Получили провинцию Сант-Люсия. 4-5-1, 10 сахар. Здорово, правда? Угу. Тут давайте по пути наименьших рисков. Квиннипиак давайте, что ли. Угу. Ну, давайте попробуем, не знаю, дадут, не дадут. Ну, попытаться стоило. Нет, не отдаст, скотина. Ну, попытаться стоило, опять же. Францию скоро начнем присоединять. Ну, это будет очень долгий, очень веселый процесс. Мы по дипочкам будем точно отставать в технологическом развитии после этого. Стоп. Кто кому? Португалия. Эй, это же нарушение Версальского договора. Мы же... Португалия. Мы должны были гарантировать независимость Феза. Нельзя так. Это фезская демилитаризованная зона. Только марокканские сепаратисты могут там находиться. Ай-яй-яй, Португалия. Ай-яй-яй, мы погрозим тебе пальчиком. И ничего больше не сделаем. Мы ограничимся дипломатическими протестами. Отсылочки, понимаете, расширение информации. Здорово. Скоро должно событие на англицизм выскочить. Это уже эта реформация появилась, да? Угу. Ждем. Угу. Только пока ни одной провинции такой нет. Если сам кто-то перейдет. Ну да. Побыть колонистом. Да, хорошая новость. Навигатор, прочность кораблей плюс. Это хорошо. Что там еще не прибыли? Квиннипиак. Колонизация. Как не вовремя. Ну, блин. Что поделаешь. Не, в долгосрочной перспективе эти монетки окупятся, но я бы мог бы за это погасить. Да, экономика у нас сейчас очень... Снасти! Какие снасти? Вы чего? Ёб твою. New Heaven. Угу. А то, что самое ценное. Табак тут самое ценное. Меха это полная флажа. Так. Ну что? Скоро. Не надо февраль, март, апрель.
Давайте события уже на англицизм скоты. Будет весь, если он не выскочит, кстати. Это будет обидно. Следователь сдох. Он нам пока и не особо нужен, на самом деле, так что очки тратить не буду. А, и следовательскую идею добить. А давайте добьем. Лимит флота плюс 25%, плюс, поскольку мы следовательскую идею полностью приняли, можно фабриковать претензии в колониальных регионах. Круто, да? Угу. Ну да. Плюс повысили инновационность выше десятки уже. Ну да, пока приятные бонусы. Не проиграть бы их. Косы давайте, они нам нужны. Апрель, сейчас мы будем Францию присоединять, наконец-то. Это будет весело. Ох, это будет очень долгий процесс. Объединение закончится в мае 1742 года. Да уж, из-за репутации. Да, это будет очень веселый процесс. Вы глянете, сколько очков вложить надо. Это каждый месяц по одному очку. Блин, ну это правда сзади репутация. Ой, какой ужас. Ну, по крайней мере, этот процесс пошел. Уже хоть что-то хорошее. Да, он потом разгонится. Давайте, косы. Хлопок, ура, хорошая новость. Хлопок, это хорошо. Армонт, да. Брабант, а дипломатов нет. А, кстати, где у нас дип... А, ну с Францией можно уже не улучшать отношения. Это будет очень долгий процесс. На самом деле, раньше присоединим, но это будет очень долгий процесс, как вы понимаете. 90 поселенцев. Так, ладно, а что у нас там? А, бабло можем потребовать. Горожан что-нибудь отнять. Сейчас, когда восстанем, всего будет. Да, это ожидаемо было. Справимся, я думаю. Хорошая новость. Не успеем? Успели. Все, крепости выключить. Фу! Чуть-чуть экономику оздоровили. Снижал к армии обратно. Все, свою роль они выполнили, молодцы. Да, экономика чуть-чуть в плюс дала. Где события на англицизм? Коты. Оно мне нужно уже. Не, оно реально уже нужно. Я боюсь, как бы оно не выскочило совсем, это будет обидно. Не, ну, гипотетически, это уже все в играх от парадоксов на вероятность заточено. Теоретически такая вероятность существует. И это плохо. Ну, вообще-то должно. До 1600 года оно выскакивает. Угу. Ну, экономика уже получше у нас выглядит. У нас отделись, оно еще печальное, но займами что-то надо делать. Брабант, отдай землю. Ну, все говорят нет, а ты отдай землю. Так, стоп, с вами, когда у нас закончится перемирие? 16 мая. Ну, вообще-то, надо этот вопрос решить. Один удар.
Английская армия покончит с этим уродливым детищем. 100-летней войны? А, я троллю. Нет, конечно же. В смысле, покончит, но не 100-летней войны. Так. Сколько там минимальный займ у нас? А, это мы самые дешевые погасили. Ну, 403 монеты. Ну, тоже скоро относительно. Молодцы. Спокойно давим. Так, тут у нас что? Потихонечку. Последний. Последний участок Карибова. Почему нет события? Ну, правда, почему нет события? Я же переживаю, что оно не выскочит. Оно может не выскочить, но я надеюсь, что оно выскочит. Франция успокоилась. Все, в этом уже смысла нет. Угу. Нормальная экономика. Плюс дала. Хотя зачем? Ну ладно, там мартиники сейчас разобьют. Надо быстрее займы погасить. 7 монет, ой. Месячный доход, даже меньше. Кстати, мы можем вас присоединять уже? Ой-ой-ой. Не очень хорошая новость, наверное. Все, можем начать присоединять. Давайте прекратить улучшать отношения. С Армондом вопрос решим. Ценная провинция. Ну, неплохая, 3317. Кстати, Шотландию подчиним. Ой. Бургундия, Бургундия. New Haven. Табак. Хорошая новость. Хорошая. Табак и нужен был здесь. Прекрасно. Молодцы. Скоро. Что-то тухло. 722 фартануло. Брабант, ну отдай землю. Не хочет, тварь. А, уже в 571 году, видите, получше стало. Ну сейчас это число опять откатится. О, хорошая новость. Получили 40 очков каждого вида. Очень хорошая новость. Надо в современную теократию завассалить Шотландию, и мы ее присоединим, создадим Британию. Ну да. Все, можем атаковать ее. Давайте подождем до суммы одного займа сейчас, до погашения. И объявим войну им, мы ее выиграем. Это будет несложная война, на самом деле. Это будет очень легкая война, даже я так и сказал. Флот нам понадобится. Ну, можно поставить. Сейчас выпороть их до усачки. Сейчас будет весело. Угу. Так. Решим раз навсегда шотландский вопрос. Ну что, погнали. Погнали. Наверное, спирт, потому что он самый ближний. Ну все. Чем? А, крепости врубились. Подожди, это при сожжении всех крепостей? Такое это нормально. Это очень легко на самом деле. Easy as pie. Угу. Я буду еще догоняться с вами играть. Ха, лошара. Примитивно повелся.
Хорошо, Шотландия. Вассалимся. Ой, коалиция. Страшно как? Как страшно? Как страшно? Блин. Нормальный чувак. Нестабильность упала, это плохо. Ну ладно. Не шибко критично. Франция высаживается, охренеть. Куда? Франция, куда? Ну я не против, конечно, но куда? Блин, ну процесс потихонечку идет, знаете ли. Армон сейчас присоединим. Наконец-то. Ирландия едина под английским контролем. Да. Получили с вами провинцию Армонт. 3-3-1-7 сход. Неплохо. Плюс миссию выполнили. Завоевать. Завоевать! Где оно тут у нас? Завоевать Ирландию, да? На 15 лет. Область Мюнстер. Конах, Ульстер, Ленстер. Ну вот это все, короче говоря, Ирландия. Получим модификаторы местного производства товара плюс 35%. Круто, да? Ну да. И Шотландию сейчас починим, собственно. А, уже не халявный военный налог. Печально. Франция счет сливает. Ну, там по лимитам в норме. Там процесс на паузу поставился, да? Шотландия не быкуй. Все. А, Шотландия, Франция. Ну и Шотландию починили. Здорово, правда? Да. Английский вассал. Все бабло забираем. И снимаем часть претензий, ваших претензий на нашей земли. Все. Няш-мяш, Шотландия наш. Это здорово. Стабильность там, надеюсь, единичка потерялась. Да. От старости, значит. Если не от... Что хотел сказать-то? Не от... Ух, я упала. Ну, не от сражений или от ощущений на вражеской территории, когда правило войском. Ну да, так, ну что, мы получили Шотландию. Успокоить их 3 раза. Дорого будет. Все равно, лучше проще сделать. Дипломаты улучшать отношения. Нормально, да? Сейчас они нам ничего не платят, но потом будут. Я даже не буду, кого-то волнует. Ну все. Британия полностью под нашим контролем прямым. Непосредственным. Миссия «Звать Шотландию» выполнена. Получим 150 админ очков. Ну, за контроль всей Шотландии. Прямой или косвенной. И 15 лет будет действовать у нас. Стоимость советика с культуры правителей, стоимость принятия культуры минус 25%. А, ну давайте выполним. Угу. Все, эту ветку мы закрыли. Французскую признаем, давайте. Подождите. 709 монеток. Ну, поскольку война закончилась, содержание армии мы... Лимиты мы никакие не превышаем. Содержание флота тоже на минимум. А, ну это авто, это включение. Ну да, да, да. Ну все, мы победили. Рул Британия! Рул Британия, Британия, рул the ways, the Britons, never, never, never shall be slaves. Да, 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 да. Так, ну давайте, наверное, часть доиграем до создания автономии. А, ну это быстро. Скоро сейчас закончим. Нью-Йорк. Ну, я думаю, там все хорошо будет. Да, нормально все. Кстати, тоже скоро колонизируем. У меня османы, с османа. Надо институт внедрять, но бабла нет. Но займы мы потихоньку выплачиваем, это очень хорошо. Мартиник колонизировали, престиж плюс 5.
Получается, у меня плюс мартиник 5, 5, 1, 11. Хлопок. И самое важное. Папа подтверждает наше законное право на регион, известный как колониальные Карибы. Другие католические страны не будут колонизировать этот регион, а наши колонии будут расти быстрее. Лиская Вест-Индия. Круто, да? Сформировано. Принадлежать державе Англии. Конечно, когда мы конвертируемся в англицизм, этот бонус мы потеряем. Ну что поделаешь. Что поделаешь. Кстати, столица Мартиники как раз таки находится. Так, колониста надо перекинуть. Перекинуть колониста. Манхэттен. Массачусетс. Вообще-то земля жирненькая. Ну, агрессивненько, ну агрессивненькая. Ну, была не была. Массачусетс. 4, 4, 2, 10. Важно, естественно, гавань, конечно же. Так. Сколько от вас идут идти на выплату будет? 21 монетка. Ну, не шибко серьезно, но хоть что-то. Так. Угу. Вы колонизировать сейчас сами начнете, да? Должны, по идее. Идите сюда. Я за вас колонизировать не буду. Я за вас уже поколонизировал. Теперь ваша очередь. Так, отлично. Массачусетс. Бостон. Кстати, дальше вот здесь вот будет Вампанок. Бостон. Ну да. Даже мы исторически правильно колонизируем, по сути дела, частично эти земли. Ну да. Не лишено смысла, хочу заметить. Ну да, Нью-Йорк тогда уже доколонизирован, раз уж что-то пошло. Раз, два, три, четыре. Ну вот эти земли попытаться досвязать можно. А дальше он сам работает. Давай, Нью-Йорк, сейчас закончим часть уже. Будет она у нас короткая относительно. Ну да. Так. Но зато победоносные, с этим никто не поспорит. Жадный корсар. Окей. Зато мы получили 75 очков. А, наконец-то. Я уж думал, что это не произойдет. Я уж перепугался. Церковь державы Англия. В то время как протестантская реформация радикально перекраивает религиозный ландшафт Европы, держава Англия должна занять ясную позицию в вопросе веры. Это, конечно, спровоцировало многочисленные дискуссии при дворе, где некоторые поддерживают протестантские аргументы, а другие отстаивают традиционную религию. Король Генри VIII, однако, предлагает идею создания нового типа церкви. Церкви с большой буквы. Написано здесь. Церкви, где король будет ее верховным правителем счастливого союза церкви и государства. Не протестантский, не католический, не реформатский. Это будет гибкий подход к церковному учению, который будет зависеть от обстоятельств. У такой церкви будут свои преимущества. Но, будучи более подчиненным чьей-либо духовной власти, король сможет жениться... А, не будучи... более подчиненным чьей-либо духовной власти, король сможет жениться и разводиться по своей воле, определять теологическое направление для нации, а также быть уверенным, что он назначен для измены. Так, у нас три варианта. Звучит недостаточно убедительно для основания новой религии. Это если мы откажемся от англицизма. Другого сможете обратиться в англиканство, у вас не будет. Основать новую государственную церковь. В таком случае будет появиться новая религия, доступная новое англиканство, отношения с папой на стол упадут. Новая госрелигия держава Англии становится англиканство, то есть меняется религия государственная. Это также относится к правителю всем возможным наследникам, а, к сожалению, к нашим территориям не относится. Казна увеличена на 587 монет, население провинции Лондона обратится в англиканство, в Лондоне будет действовать защита от перекрещивания, в Аквитании будет действовать, Аквитания обратится, там тоже будет от защиты действовать. И будет действовать по всей стране религиозное рвение. Эффективность крещения отеков плюс 10%. Либо евангелизируйте новую церковь по всему миру. В общем, то же самое. То же самое. Только ухудшит отношения с другими католическими соседними странами. Мы потратим 587 монеток, но появится еще центр реформации. Ну давайте вот этот вариант, конечно, выберем. Конечно, это не очень выгодно с экономической точки зрения. Нет, ну как, это выгодно в перспективе. Ну все, католицизм.
такие. Обратилась провинция Лондон и Оксфорд. Появился центр реформации. Ну, давайте работать. Потихонечку впереди. А, теперь же надо все эти законы попринимать. Кстати, миссия контроль за религией. Что не католичеством быть. Ну да, например, католицизмом. Будет действовать 15 лет модификатор, дающий вертифинский сновель плюс 1, эффективность чинить куплю плюс 1. Конечно, выполняем. Кстати, до этого скоро дойдем. Так, все вот эти модификаторы, что не принимал. Вот это я трогать не буду, это очень дорого. Стоимость внедрения сюда плюс 10%. А вот это можно. Ну, давайте по порядку. Кент. А, вот он. Отлично. Кембридж начали переделывать. Угу. Так, отлично. Папа подтверждает наши законы права. Если они будут колонизировать. Чё? Ну там, наверное, имеется в виду, что отменяет наше право на колониальный регион. Ну и похрену. Ой, папа, как страшно. Если кто-то сунется на Карибы, мы его сами отменим право. Англия не подтверждает право на жизнь той страны, которая полезет колонизировать Карибы. К примеру, можно и так, да? Почему бы и нет? Ну, кстати, другие страны не шибко хотят колониализм. Ну ладно, раз сейчас выскочило событие на англицизм, давайте чуть-чуть посидим, более-менее переделаем, по чуть-чуть попеределываем. Ну здорово, англицизм. Кстати, выполнили цель эпохи. Угу. И культуру. Не культуру объединили. Бедствие. Подконтрольная игра. Ну вы меня вынуждаете, я не хочу ваши земли забирать, но вы сами меня к этому подталкиваете. Горожане, зачем вы это делаете? Вы думаете, что я оставлю это? Вот они реально, наверное, думают, что вот... Всё, мы не подконтрольны. А, ну значит, что нас не тронет. Ну-ну. Я не хотел этого делать, вы меня сами вынудили. Ой-ой-ой, экономика в минус. А, ну да, у нас же сейчас религиозные это на нуле почти. Только кого-нибудь туда посадить. Примерно. И бегом, 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 успеем, надеюсь. Они сами этот путь выбрали, я не хотел у них землю зажимать. Пришлось. Горожане что-то нас вообще ненавидят. Нью-Йорк наш. Здорово, колонизировали. Кстати, миссию выполнили. Заселить Америку. Первопроходец разрешается 80%, а давайте. Получили. А Карибы мы уже тоже колонизировали. Доход от пошлины плюс 25% на 15 лет. Семья студентов плюс 25%. Тоже хорошую выполняем. Так. Ну так, кстати, хороший перепроходец. Нью-Йорк колонизировали мы, да? Провинцию Нью-Йорк получили 2-2-1-5. Снасти. Удзонский эструарий. Нью-Хэвен. Кстати, Массачусетс колонизируем. Кстати, религия... А-а-а, католическая осталась. Печально. Ну ладно, у вас-то, кстати. А вы что, католиками остались? Чё? Меняйте религию. Ха. Это мы поддержим лоялистов. Чё-то какая-то жопа. Ну ладно. Католики. Ну да, еще ж католики туда уплыли. Надо же им будет потом доказать, что мы не успели высадиться. Ну, сейчас мы вас вздернем на рее. Да, процедура довольно геморная, но что поделаешь, не без этого. Так, у нас работают потихонечку, да. Центр реформации поможет быстрее перейти, плюс на другие страны. Может быть полезет. На другие страны, может быть, полезет. Что там у вас? Реформаторство. Реформатство. Все, раскатали их. Ага, Кембридж переделался, здорово. Оксфорд и Кембридж первыми с Лондона перешли. Ну да. Эссекс дальше. Давайте, давайте, молодцы. Вот эта штучка стала доступной. Блин, тут такие приятные бонусы. Можно бабло получить, меркантилизм апнуть и стабильность. Ну, развестись, пожениться.
при желании. Ладно, пусть работает. Все, содержание армии на 0. Ну как на 0, понизить. Законное владение. Ну это наша земля. Все это мы. Ну да. Шотландия думает, что Бердин это... Я колониста не послал. Твою... Так. Нью-Хэвен колонизируем. Дальше куда? Коннектикут или... Не, давайте вам Панок. Бостон там будет, скорее всего. По-моему, Бостон. Ну, территориально это Бостон. Там Конкорд рядом и прочее. Блин, сразу Fallout черт вспоминается. Просто там эта тема популяри... Фу ты, ё-моё. Популяризируется. Все уж, язык не работает. Ночь спать идти надо. Популяризируется, да. Популяризировал. Да. Вот так вот. Да, да. Ну еще, слушайте, мне это нравится. Ради такого этого я даже сделаю часть подольше. Я думаю, вы будете только приветствовать это. Потому что я уже думал, что оно не выскочит сегодня. Но раз оно выскочило под конец, что бросать, самый ответственный момент. Надо переделывать провинции. Кент переделали. Давайте дальше. Сузекс. Сейчас главное переделать земли. Эта процедура довольно долгая будет. Но оно того стоит. Угу. Угу, закон. Да ладно, вы меня балуете. Еще одного колониста получили, здорово. Ну, раз такая тема. Он по ног. Давайте дальше, Коннектикут. 2, 2, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Все, тут можем потом забить. Дальше он сам будет развиваться. Ты, кстати, развиваешься? Да, Доминику колонизируют. Молодцы. Вы перекрещиваетесь потихонечку. Вот Шотландия. А, кстати, у нас в Шотландии процесс стоит, да? Американство, здорово. Эссекс переделался, молодцы. Норфолк теперь, да, правильно все делаете. Шотландия ноет. С Францией что-то надо сделать. Дипломаты улучшить отношения, что ли? Ну, этот много очков не даст, на самом деле. А что можно сделать? Надо перебить желание свободы. Иначе процесс стоять будет. Против местных купцов. Идите в жопу, местные купцы. Так. Ну, ладно, придется брать. Тут хочется, не хочется, возьмешь. Ничего страшного, потом выплатим. Ну да. Потому что, как вы понимаете, религиозное единство у нас находится сами на каком уровне. Эффект это оказывает соответствующий. Еще я там очокнул, не почитал. Надо почитать было. Ладно. Здесь ничего. А, наверное, что мы взаим взяли, но это не точно. Так, ой-ой-ой, зря это я. Я думал, что там сумма разная. Ладно. Давайте, переделывайте. Да, нашему субъекту не очень понравилось, как мы поступили. Ну что поделаешь. Давайте, Сусекс. Отлично, переделали. Дальше, Гэмпшир. Потихонечку люди обращаются в англицизм. Все, оно стоит про... Ну да, что поделаешь. Блин, с перевесом в одну очко. Ну, 51% я имею в виду, что 50. Надо должно быть меньше 50. Ладно. А, блин! Опять мы тупанули, да? Почему опять? Не опять, а снова? Не, а на самом деле просто отсказал опять. Я не помню, когда последний раз тупил. Вроде нет. Ну, в общем, мы тупанули сейчас. Я про что говорю?
Надо было очки папские потратить, прежде чем принимать события то. Ну да, хоть чтобы-нибудь бы выбили, да? Что, реформиты уже появились. Что, реформита, Прованс. И два центра? Нет, один. Ничего, весело. Угу. Давайте вот эту штучку. Сколько стоит? 650. Ай, была, не была. Гулять-то гулять, как говорится. Внедряем институт колониализм. Угу. Процент аргумента. Не, плюс 10%. Можем принять технологию современной теократии. Кстати, должен нам дать какие-то... Сейчас, погодите. Деконировать терпимость. Пока не актуально. И принять закон о собраниях. Вот это мы примем. Ну и наконец-то настал тот долгожданный момент, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Мы сможем сформировать Великобританию! Британию, Great Britain. Или это в начале следующей части сделаем. Ага, интрига, интрига, да? А давайте поступим таким интересным образом. Сейчас заформировать Англию, Великобританию не буду. Я просто закончу часть. А в начале следующей части мы это сделаем с вами. Так будет интереснее, да? На то будет сюрприз для тех, кто не досмотрел. Лучше, конечно, смотреть от начала до конца. Так, собственно, я хотел, что тут у нас. Коннектикут колонизируем. Плимут. А, ну Плимут, ладно, можете так назвать. Ну, я бы еще сюда бы отправил, но чтобы связать их как-то. Но это уже сами люди, сами. Моя задача автономию замутить, а дальше уже сами крутитесь, как хотите. Ну да, давайте заканчивать тогда часть. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасно, интересно, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Европа Универсалис 4. И это была у нас уже с вами шестая, да? Да, шестая. Или нет, подождите, или... Какая часть у нас была сегодня? Шестая, да? Да, шестая часть сегодня прохождения за Великобританию, за Great Britain, чем с вами... Достигли мы с вами следующего. Первое, мы с вами скушали, я буду все в порядке, не хронологическом, может перечислять, ну не суть, скушали Армонд, ну присоединили Армонд, полностью починили Ирландию, наконец-то. Второе, мы завассалили Шотландию насильно, и тем самым починили Шотландию, и все острова, ну кроме вот этих вот, пожалуй, нами полностью контролируется, с Great Britain наш. У нас есть возможность сформировать Британию, но мы пока этого делать не будем. Дальше мы перешли, мы сменили государственную религию Англии с католицизма на англицизм. Процесс потихонечку идет, часть провинции уже обратилась, у нас центр реформации есть. Скоро тут перейдут. Тут еще половина пути уже пройдена, да? Это тоже здорово. Дальше мы начали присоединять Францию, начали присоединять Унию, это здорово просто, да? Корсику отжали, кстати, хочу заметить. На шару нам ее дали, по сути дела, отдали, да? Если бы нам бы ее не отдали, я бы как бы особо не возникал, но так, в порядке бреда. Попытаться можно, иногда и отдает. А, напугали уже, ну, тот колонизировать начал. Дальше мы сформировали автономию колониальную Карибы. Дальше мы почти сформировали колониальную автономию 13 колоний. И что еще? 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 Ну, продвинулись в технологическом, в экономическом плане, более-менее экономику стабилизируем. Сейчас мы опять откатили ее. Ну, ничего страшного, мы потом ее вылечим. Потом ее обязательно вылечим. Процесс времени. Ну да, когда вот перекрещение пройдет, постепенно все это кабала экономическая меньше и меньше. Коррупцию я делать не хочу. Вот. Ну, и мы готовы сформировать Великобританию с Great Britain, это будет в начале следующей части, это будет эпично, я думаю, да? Ну да. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский... А, мы внедрили институт колониализма, это очень важно. На связи был МК Баский, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!